Всем привет, дорогие друзья, доброго времени суток. Ну что, начинается у нас на самом деле первый день Е3. Вчера у нас было ЕА, но это было не Е3, это как бы было просто ЕА. Вот. Стартует у нас сегодня второй день. У нас сегодня будет Иван Факир Демкин с нами комментировать, Илья тоже должен подойти. Вот, всем привет, всем привет. Привет. А вот и он, привет, привет, Илья. Скинь мне ссылку, пожалуйста, ВКонтакте, если можно. Да, да, сейчас. Так. Которую... Мы возвращаемся, решили пару организационных вопросов. Короче, если чат, если вы видели, где майки стримят, как их стрим называется, дайте инфу. Мы будем смотреть на официальном Twitch-канале. Но, короче, вставки на Майкрософтах поинтереснее, потому что на официальном Twitch-канале будут стримеры говорить вроде нас. Вот, типа, вот это говно, это не говно. Ну, ты, мы если сами поможешь, ссылку, кидай тогда сразу в ВКонтакте, потому что у меня с другого компьютера Discord я не смогу открыть. Ну, типа, Да, мне уже кинули. А, во. Я что-то Microsoft набирал, а там вот Xbox. Давайте на Xbox будем смотреть. 4 минуты отсчет там. Так. Фак. Да-да. Иван, я буду сегодня, я постараюсь сегодня тебя называть Иван. Это будет сложно, короче. Иван, Гоша прокинул хил, все хорошо? Да-да-да, дали всем хил, все в порядке. А в какой? Я как раз отходил, помогал в этом вопросе. Помогал хил прокинуть, серьезно? Да. Слушай, а ты в классику не будешь играть, Фак? Понимаю, слушай, нет. Я сейчас, ну, я скорее всего нет, потому что я никогда в WoW не играл, но я смотрю на Бьорна, как он играет в классику, и прям, не знаю, так лампово залипательно. Не, лампово, наоборот. Чувак, но проблема в том, что на релизе будет анусоразрывательно, скорее всего, а не залипательно, потому что люди же будут те, которые мешать, ну, профессионалы, будут, да. Такое. Ну, не профессионал, а просто стрим-снайперы, по сути, потому что в классике не так много будет возможностей от них спрятаться. Так. Ну что, 3 минуты до вставки. Иван, что ты ждешь от презентации Xbox? А можешь мне тоже ссылочку скинуть на это? Я что-то лажу, поэтому... Twitch TV, Xbox. Twitch TV, Xbox, все очень просто. Я что жду? Ну, мне, во-первых, хочется посмотреть все-таки... релиз, когда будет Киберпанка, вроде от майков же он должен появиться, ну, какая-то информация, может, новый трейлер или типа того. Вот, у тебя нет этого пульсометра или как там? На релиз Киберпанка, я помню, в том году очень хайповый видос был с человеком, у которого пульс поднимался, когда он смотрел. Жаль. Ну, в общем, я вообще жду, короче, Киберпанк, ну и... Я не знаю, что у Майки еще нам покажет. Интересно. А, тут, кстати... Может, консольку новую? Я, кстати, искал расписание, нашел, типа, что ожидается. Хотите, зачитаю вам список? Это давай. На стоп-гейме. Короче, точно будет что? Gears 5 и Star Wars Jedi Fallen Order. С большой вероятностью Cyberpunk, Xbox следующий, Fable... 4 Age of Empire, 4 новая Battletoads, Gear Tactics, Halo, Ori новая, Ninja Theory, Forza Horizon. И все. Вот. Ну. Спойлер. Но это предположение человека. Так что. Естественно, во что ты могу. В 3 утра на Bethesda или что? Ну да, неплохая выставка была. Кстати, Илья, ты видел, да, что я тебе скинул ссылку, ты глянул, что в итоге, короче, я все-таки заанонсили какой-то коопный... Непонятно что. То есть они даже не показали. Они показали просто скриншоты старых игр, которые делали студия, которая будет заниматься, но
я не знаю, мне кажется, им стыдно стало, и они такие... Ну вот, чуваки, мы ну, все-таки в общем, что-то. Да, западный интернет тоже не особо оценил презентацию Electronic Arts, надо признать. А ты факт смотрел ее? Electronic Arts, но я под конец пришел, вот когда уже когда Sims пошли, но я так понимаю, ничего нового не показали, просто какие-то обновки для уже имеющихся игр, типа, да? Да. Какие-то шапки. Ну, скины, игру да. По Star Wars. Ну, почему-то вот Юзи очень сильно переживал по этому поводу. Я уже сегодня на своем стриме рассказывал, он потом в течение 4 часов слушал русскую попсу 90-х и курил просто на вебку. Не знаю. Почему-то его это очень расстроило. Я надеюсь, что сегодня с ним все будет хорошо, если он опять стримит. Он вроде стримит, интересно. А там уже начало такое, на чем он закончил. Вчера. То есть он продолжает, то есть он, может быть, это марафон на самом деле? Может быть. Ну, у нас сегодня точно марафон. Я выспался вроде неплохо. Правда, пришлось разложить диван в первый раз в этой квартире. Я вообще не думал, что оно раскладывается. Я его разложил, он оказался вообще какой-то... Как будто в Майнкрафте лесенку кто-то строил, а я на ней спать лег. И вот, кстати, начинается. Начинается Xbox. Очень похоже... Десять. Очень похожа сцена на как в прошлом году у них было. И позапрошлом. У них есть свой стиль, типа такой, знаешь, как бы... Весь такой квадратный зелено-черный стиль. Тебе он нравится? Да, я любитель Xbox. Я Xbox бой. Билли бой. Я никогда не думал, что до такого дойдет, но я обожаю Xbox. Слушайте, я могу уже и на аналитику наводить. Там стенды, я вижу, там 5 компьютеров против 5 стоит, да? То есть они что-то нам покажут. Это Gears 5, наверное, нет? Ну, что такое Gears 5? Это была Forza, потом Halo, Battletoads, естественно. Battletoads, кстати, прикольно. Наконец-то мы увидим геймплей Battletoads. Мы видели трейлер, что будет новый Battletoads, но теперь наконец-то увидим геймплей. Опять эта парашная игра про мимов, которая уже 100 лет в Стиме. Похоже, что... State of Decay какой-то. Да, возможно, будет вторая часть про бабу эту, которая там шлялась. Ну, моя любимая игра Sea of Thieves. Да, Sea of Thieves, естественно, контент завозит. Но она, кстати, в этом году получше стала, вроде как. Кто играл, сообщают, так сказать. Не, ну слушай, они, похоже, покажут именно ремастеры той гоночки, знаменитый Battletoads, то есть именно эти кадры. Прикольно. No Man's Sky, что ли? Не-не-не, это игра от Obsidian новая. Очень похож на нее, по-моему, это она и есть. This is Halcyon, the furthest colony in the galaxy. Proudly owned and operated by corporations. Да, это она. Но, к сожалению, они в этом году умудрились показать 15 минут геймплея, причем это была омерзительная презентация с какими-то смешками неуместными, где было показано, что это не открытый мир, что там отвратительная стрельба, какие-то петросянские диалоги, ну и графин очень плохой. Так что... Вот этот выстрел из пушки электро. Да, доверие к этой игре стало меньше прямо. А прикинь, реально Петросян диалоги пишет. Ну там похоже на самом деле. Они тут, ну, типа, это надо было вот видеть. У меня, я, конечно, Твиттер вел, я выкладывал этот видос, и там даже по отношению лайков и дизлайков было понятно, что народ, в принципе, который сначала хайпил на тему этой игры, теперь странно к ней относится, неоднозначно. Ну, фанаты наверняка найдутся у этой игры. Посмотри на анимацию бега, господи Иисусе. Блин, сейчас как в Mortal Kombat на апперкот его поймаю. Не, ну это Obsidian, типа, может быть, содержимое будет неплохим. Но все это настолько выглядит как плохо, что я даже не знаю, какой должен быть контент, чтобы вытянуть. Ну, Obsidian, блин, все же. Все же надо смотреть. Играть все равно придется.
Думал, уменьшитель, это прикольно. На себя, интересно, можно будет применить? Лучше не надо, я как вспомню Duke Nukem Forever. Октябрь 25. Так, сейчас я на секундочку выключу экран. Ну, через 4 месяца. Ну, по короче, майки решили опять просто трейлеры показывать. Похоже. Спойлили всю выставку, да. Они выходят, что там. Сейчас поговорят, наверное. Та-ра-та-ра-та. Нифига у них зал, посмотрите, какой. Так. At E3 2018 we announced that Ninja Theory had joined Xbox Game Studios. В общем, компания разрабов Ninja Theory присоединилась, так сказать, к Microsoft, чем они, естественно, очень чему рады. И начинает новую игру разрабатывать и вскоре поделится деталями. Какая вообще твоя любимая игра Ninja Theory? Фак. Ну, я Devil May Cry недавно проходил. Мне понравилось. Ну да, кстати, говорят, что... Они хорошие. Пятую часть тоже делали они? Ну, я так понимаю, типа, есть у них какая-то игра, которая долго в разработке. Возможно, это Fable, типа... А, нет. Our technical alpha is kicking off in just a couple of weeks, and we'd love for you to sign up, get involved, and tell us what you think. Что-то про какой-то мультиплеер. Я не знаю, у них такой французский акцент жесткий. Ну, кстати, Hellblade мне норм зашел, то есть я сыграл один раз. Вполне себе хорошая игра. Можно включить субтитры, и, в принципе... Да, я не по одному слову показываю. Типа, когда чувак говорит жестким акцентом, ничего не понять. Ладно, сейчас в любом случае мы увидим, что это за игра. Опять экшончик какой-то мультиплеерный. Вроде как... Ну, что-то похоже на Left 4 Dead, похоже. Типа, или Overwatch какой-то. Или Borderlands, я не знаю. А, нет, стоп, это реально... Не, Overwatch сейчас выпускать, это... Смотри, ставка на мели 4 на 4. Ну да, это Deathmatch. Ну да. Ну, слэшер 4 на 4 командный, короче. Ну, нам это геймплей, вот то, чем понимаю, занимаются Ninja Theory, ну? Да, создатели Hellblade и Devil May Cry. Ну, короче, типа, забираешь Герыч и начинаешь... Ну, как моба, только слэшер, типа. Ну, ты понял. А вам не кажется, что рынок вот таких игр слишком переполнен? Я сейчас считаю, что... Хочется пёрнуть, когда смотришь на это. Я... Лицо тем, кто это высрал. Сорян, не хочу вообще даже знать об этой игре ничего. Зато она выйдет уже 27 июня, и никто, естественно, в нее не будет играть, потому что это полный кал. Извините за честность, ну, боже мой, ну что это за дерьмо? У тебя температура еще повышенная, то есть можно делить, ребят, делите чуть-чуть. Половину дерьма. Наполовину, да, дерьма, хорошо. Не, ну я тоже, я не понял. Ну, по итогу это Overwatch получается. Просто там другая боевка будет, но, блин, 4 на 4 такие игры, ну, не знаю. Ой, не знаю. Я надеюсь, она повторится в Lawbreaker с другой замечательной игры в том же самом жанре. Вторая часть Ori. Ori прекрасная игра, одна из лучших, наверное, инди-игр. А что Факер скажет по поводу Ori? Он же ее дропал на ХПГ. Я ее дропал Ах из... Ты, тварь. Не-не-не, это принудительный дроп был. Мне просто событие выпало в колесе. Там кот в мешке, я должен был эту игру отдать. Не, она неплохая, но вот моменты с платформингом, когда на дерево, дерево должен очистить, одно из первых, короче, это... Вот это прыгаешь, немного поддушило. А так вообще клевый визуал, клевый... Клевая музыка, очень приятно. Она очень приятно нарисована, я считаю. То есть вот даже сейчас смотрю, действительно очень достойная игра. На хороших больших мониторах, которые картинку сочную выдают в высоком разрешении, она вообще такая, прям как реально вот, может хочется на стену повесить. У нее такое ощущение трехмерности есть, то есть там задники как-то здорово сделаны. Игра не в 3D, но при этом кажется... Ну, то есть она, естественно, трехмерная сама по себе, но при этом кажется, что она прям как будто ты, знаешь, фильм «Аватар» смотришь. Как да, будто... да. Это очень прикольное ощущение.
Но мы когда с чатом обсуждали эту игру, вот когда, как раз когда я в нее играл, сошлись во мнении с некоторыми, что игра для, для того, как она выглядит, красиво, живописно, она все-таки, ну, сложновата. Для, вот как-то, когда ты смотришь на такую игру, ты ждешь, что она будет попроще. Мне кажется, большинство людей с тобой не согласятся. Настя Иван, ее прошла с удовольствием, если что. Да, мне кажется, просто ты, во-первых, плохо играешь, во-вторых, ну... Я не говорю, что... Ты ужасно играешь. Не, ну, мы, конечно, мы хотим, чтобы все игры были изи, понимаешь, как бы, для полных дебилов, но, к сожалению. Вот, кстати, Майнкрафт, к слову, да? Очень к слову. Какое-то ММО-дополнение, возможно, смотри, король какой-то, к нему войска идут. И вот он, герой, герой... Так, погоди, погоди, это, похоже, не просто Майнкрафт, это, похоже, Диабло Майнкрафт, братан. То, слушай, чего мы и желали все эти годы. Блин, шутки шутками, если там вчетвером можно будет играть, я... Но я уже знаю, Мел точно пойдет, мне кажется. Ты посмотри, как весело. А почему, если там был мультиплеер, они бы сразу не показали это? Ну, а ты что, думаешь, Диабло-подобная игра будет без мультика, что ли? Ну, вот я боюсь, ну, вот что... Вот уже... О, все! Браво! Вчетвером как-то закатывал. Я встаю! Давайте поиграем. Блин, ну Диабло уже обойти легко. Тянуть кубическое свое как-нибудь. Но пока это лучшее, что мы видели на этом E3, как бы, вот на данный момент. Не, ну вообще это прикольная тема, реально. Просто Ори уже много раз показывали. И, кстати, я не понимаю, почему они ее никак не могут выпустить. Уже, по-моему, третий или четвертый год. Каждый раз показывают Ори, и она все не выходит и не выходит. Долго ждать. Да, ну, надо сказать, что... Это Сквидвард, что ли, слева? Надо сказать, что в таких играх основная суть в наполнении игры. То есть визуально тут мало что скажешь. Тут именно важно, что внутри, какой контент у них будет. Я чувствую, что все нормально. О, Фил Спенсер выходит, это типа гуру. Учитель. Мне кажется, он на ламбе сзади парканулся как раз, которую показывать будут сегодня. Ну, это к Форце привезли ламбу. Блин, зал больше, чем я вот на концерт ходил недавно. Музыки по героям. Раз, четыре. И тебя это удивляет? Ну, слушай, пока что там было гораздо интереснее. Все любят Фила Спенсера. We on Team Xbox live for this exact moment. Все они в команде Xbox жили именно для этого момента. Хотят поделиться лучшими, что они делают здесь вот сейчас с этими людьми, которые находятся в Лос-Анджелесе. В общем, невероятные экспириенсы, безумные сценарии, новые миры, новые герои и все такое. Это не просто про игры, это про изучение новых игр, понимаете? Your every moment, your every new friend. This is why we on Team Xbox are always and will be dedicated to unleashing the next new games for you to discover. В общем, как бы изучение игр — это очень жесткая такая тема для всех вас, как вы с друзьями в них играете. Такое, поэтому для них, чуваков из Xbox, это прям самый важный момент. Предоставлять нам миры для изучения. Так что добро пожаловать на E3 2019. Посмотрим же на игры. Он сейчас говорит, что на самом деле это типа самый лучший момент в истории игровой истории. Игры и геймеры сливаются воедино в очень важную силу для всего мира. Столько возможностей вообще, никогда не было. Много игр, много создателей игр, игроков всех просто. Так еще круто не было никогда. 2018 просто сосал по сравнению с 2019. Геймеров стало в 3 раза больше, дорогие друзья. Нас уже 2 миллиарда. Или биллиона. В каждом регионе, на каждом континенте. Мы можем играть, когда хотим, где захотим, с кем захотим, в той позе, в которой захотим.
И нашей команде Xbox самое главное, что нами двигает, это идея, что гейминг должен быть для всех. Чтобы каждый, даже самый несчастный ребенок где-нибудь в Африке, которому не хватает воды, мог бы выйти и начать играть в Xbox. This is why we keep innovating hardware and services. Поэтому мы постоянно обновляем железо и сервера. Поэтому мы всегда за кроссплей топим. Кстати, должен отдать должное чувакам, у них действительно много кроссплея. И кто качал игры на Xbox, тот знает, что там даже с Wi-Fi 10 мегабайт в секунду тянется. В отличие от PlayStation, у которых до сих пор нет русских серваков, так еще их и заблочить могут в любой момент. Это я подсосал Фил Спенсер. В общем, сегодня мы покажем вам 60 игр, которые разрабатываются для ящика и для Windows, включая 14 игр из от Xbox Game Studios, 30 игр, которые будут показаны впервые на Xbox Game Pass. Выйдут, точнее. What's next at Xbox Game Studios? Еще мы расскажем, что там дальше будет в Xbox Game Studios. Короче, 60 игр сейчас покажут. Прям. Блин, слушай, ну вот чувствуется, что E3 началось после вчерашнего. Да, да. Сразу как-то получилось. Ну, я хочу еще посмотреть на скинчики для Apex, конечно, но я согласен посмотреть на 60 игр. Все, давайте начнем. Ну, как бы Майки опять сконцентрируется на играх, это здорово. Запрыгиваем, ребята. Yeah. Звездные войны, кстати, опять. Fallen yeah. Order нам показывают. Мы их можем узнать по этому роботу и по этому челику. О, шагоходы. Можно лазить по ним, смотреть. Бородатые такие. Геймплей показывали вчера? Да, 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 да. 15 минут прям геймплей показывали. И как оно? Ну, неплохо. Графически она... Ну, странно, что они... Я просто думал, что я все игры буду всегда теперь делать на Frostbite до конца веков, но этот на Unreal Engine сделано. Насколько я понял, из источников открытых. Ну, визуально и правда красиво смотрится. Немного блеклое, одноцветно, но в целом. Может, это и к лучшему, потому что, ну, типа, Star Wars это сейчас так, совсем уж диснеевская тема, детская, а так хоть жуки какие-то стрёмные. Форест Уитакер, опять же. Иван, а вы смотрите фильмы по Звездным войнам, которые вот выходят в последние годы? Но... Знакомые? Ты знаешь, я смотрел восьмую часть, вот после восьмой... Ну, короче, спин-офф не смотрел про Хан Соло там. Просто тут будет связано со вселенной, то есть они вставляют. Мне кажется, это круто, реально, что... Мы, говорят, не проиграли, пока жива надежда. Кстати, вот заставка у них вообще, видел, как сделан чётенько? Мне больше понравился вот этот, естественно, ролик, чем 15 минут геймплея, который показали вчера. Итак, Star Wars Jedi Упавший Заказ. Видимо, это про курьера. World Premiere. Мировая премьера. Да. Ой-ой-ой. Блин. Это этот, что ли? Там было написано, что это Ведьма из Блэр, но я не слышал ничего про игры. Про игры по... Ведьма из Блэр, это же вообще фильм из 90-х. Начало сильное, кстати. Очень сильное. Прям интересно становится. Можешь... А, ну, Until Dawn. А, что это может быть? Не знаю. Сентябрь 96-го, может, резик каким-то. Новый резик, да не... Outlast 3. Кстати, на Outlast 3 похоже, реально. Камера же что-то ее тут... Ну да, но в субтитрах, перед тем, как начался этот трейлер, была написана новая игра по Blair Witch, типа, Ведьма из Blair. Но это, видимо, просто ошибка какая-то субтитров. Потому что я не верю, что сейчас кто-то будет что-то подобное выпускать. А в Outlast вот такое было? Или там разве не просто пугающее, ой, что-то? Не особо. В психбольнице. Мне тоже кажется, что это не Outlast. Слишком как-то клёво для Outlast. Пока только видеокамера намекает на Outlast.
Да нет, там во второй вообще он же по пшеничным полям уже бегал. Что, монстров обжечь фонарем, это в этом было как это говно. Alan Wake, Alan Wake. А может это новый Alan Wake, кстати, он и похож был, в машине ехал. Как-то... Не лезь туда. Ну какой Alan Wake, чуваки, ну нет. Да нет, да нет, конечно. Какой новый? Remedy же делает какую-то игру про женщину. Камера не похожа на Outlast, точнее Outlast, там камера всегда одинаково была похожа. Ну, сейчас мы узнаем, название улетает как бы камеры, и мы сверху видим, что это игра, которая называется... Да, «Ведьма из Блэйр». «Ведьма из Блэйр». 30 августа, кстати. Ну, вообще хоррор норм заходит на стримах, надо Layers of Fear 2 пройти. Сорян, опа, что... Опа, киберпанк, о, походу. Стоп, да. Тихо. Покупаю. Или Outlast все-таки. Я пошел предзаказ делать. Походу, сейчас откроют предзаказ, гайс. Самурай. Да ты замолчи, ты дай трейлер, псы. Чувак, ты сделал это, и тебя еще и по новостям показывают. Ты один? You got the chip? Чип у тебя? All right. Start her up, а бабки? Что-то типа того. Ощущаем, мой чип будет извлекать. Смотри, какая вода, ля как. А лицо какое. Мне нравится. Вчера у Юзи такое было после лица. Круто. Они ругаются в игре в компьютере. Ты прикинь. Ну, вот только чувака подстрелили, с которым он сделал, уходил, блин. Горит, вспомни, как нам было хорошо вместе. Но это не помогло, воспоминания. Даже похоже... ускорило, скорее. Тут, похоже, любовь, ребята, еще была. Но он, вот поэтому он так и не рад был, когда приходил. Видите, у него кровь близкого человека на руках. Бэм! Похоже, извлечение чипа тоже будет не особо миролюбивым. Наконец-то показали эти импланты, как у Бараки, которые были еще в самом первом тизере. Every corporal cop in this city is gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't shoot. Просто забери этот сраный чип, а чувак слева говорит, после того, что он творил с своим дебильным дружком, сейчас каждый коп вот тут дверь к нам ломиться будет. Слушай, ты думаешь, вот это прям в игре будет такая графика, когда эти мы будем ролики там смотреть? Я что-то не, графика там уже, ну, уже была, она похуже на меня. Это все-таки синематик, так сказать, но он крутой. И он лучше первой синематики, потому что здесь экшон, смотри как. Да, да. Но это просто похоже на один из квестов, который будет в игре, один из сюжетных моментов. Кровище, расчлененка. Ну, блин, это на фоне современной игровой индустрии, это реально очень круто все смотрится. Я беру. Ну, я бы и так купил, конечно. Я дурак, что... Так там еще она на русский, скорее всего, будет озвучена, они будут материться, нет, представляешь? Для тебя важно что такое. Очень важно, чтобы на нашем русском языке материться. Это для многих, наверное, важно, но я просто хочу обратить внимание на другое. Ой-ой-ой! Киану Ривз! В киберпанке будет Киану Ривз, чуваки. Кто-то там встал и обоссался только что, мне кажется, в зале. Только Логин катится поверх на лестнице, и сам Киану Ривз сейчас придет. Это Джон Вик, чуваки. Нео из матки. Етить.
Да, блин, все не, ну почти переплюнули скины от Яна. Да не, круче, я не знаю, можно заканчивать. Я 3 уже, круче ничего не будет. Круче, чем Киану Ривз, уже ничего не будет. Она, кстати, любит в игры поиграть, я слышу. Такой концовочки трейлера я вообще никак не ожидал. Да, Стиан Помойки находит Киану Ривз, это... Прикинь, место Весемира теперь Киану Ривз будет. Это еще круче. Говорит, мне надо с вами кое о чем поговорить, ребят. О чем-то поговорить надо. Ты кто ж там пищит? Это я. CD Projekt Red. Киберпанк 2000, сколько-то там. Окей. A while back, the guys from CD Давным-давно Red approached me and asked me to be a part of their new project. Чуваки из CD Projekt Red попросили меня стать частью их нового проекта Cyberpunk 2077. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a branching storyline. Они все рассказывали про то, как они будут создавать этот новый и открытый мир с customizable созданием персонажей, которого ты захочешь, все такое. And I'm always drawn to fascinating stories. В общем, в такую, ну, там, типа, еще крутая история. Такое запиарили мою игру, и я всегда мечтал в чем-то таком, то есть поучаствовать, попробовать что-то такое. Киберпанк, блин. Огромный город будущего, где всякие модификации тела и все такое. Наемники работают на разные группировки. И вы, типа, один из этих наемников вне закона. Of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. В общем, он уже, видимо, поиграл и говорит, что поверьте мне на слово, тусить по улицам этих городов, это просто невероятно, это захватывает дыхание. I gotta finish this, so tell me. Do you guys want to know when there's when it Вы хотите знать, какая игра выйдет вообще? Конечно, да. Все хотят. Так. Завтра. Тогда зацените. Плиз, завтра. Сейчас мы узнаем хочу больше даты, ждать. Сегодня, прямо сейчас. Я просто тогда вообще уйду сразу играть, на скачку поставлю. Вы меня больше не увидите. Да, ну естественно, мне кажется, еще не скоро. Прикинь, они реально сейчас говорят, сейчас выходит, и просто ноль на счетчике все играть уже. И тот Говард выходит в пустой зал. Да. Ой, да долго. 16 апреля 2020 года, через год, ребята, практически. Не, ну круто. Музыка, кстати, вы обратили внимание? Мне кажется, вообще топ. Ну ладно, это не так плохо, как могло быть. Но если не перенесут еще пару раз. Приятный месяц. Да, и выглядела она, конечно, шикарно. Надеюсь, все-таки в игре будут хотя бы такие вставки с такой графикой. Так, факт, как человек, который 400 часов в ХПГ играет, сейчас нам объяснит, что происходит. Капитан Крюк, я так полагаю. Ну, эта игра где-то за 400-550, я думаю. Не, ну выглядит мило на самом деле, то есть непонятно в чем история игры, но похоже на что-то вроде построения своего огорода, только на лодке какой-то. Мне, слушай, не сделали челы, которые сделали игру про Капхеда? Просто рисовка нет, какая-то нет, кринжовая. Нет, я думаю, это не они. Ну, что-то грустное будет в игре. Ну да, надо будет строить. Я не хочу. Верните Киану Ривз и еще раз Киберпанк. Не рано ли они, как считаете, показали его? Мне кажется, смогли подтянуть, а то чуть ли не первым трейлером. Да, можно было вообще его не показывать. Тогда, если бы ты играл в игру, можно было обосраться реально в какой-то момент. Но, видимо, когда у тебя есть Киану Ривз в кармане, хочется его поскорее достать. А в том году не показали. Thunder Lotus. Никто и никакой информации не было, что вот он будет. Хотя там двухчасовой геймплей. А, тихо, Battle Tots. Battle Tots, да. Я надеюсь, можно будет брать женщин за волосы в этой игре.
Я всегда любил именно этот момент. А потом передаешь другу. Не, слышишь, это... Пока ничто не намекает на меня. Какие-то фури противники. Ну, не, чуваки. Зарисовка, да? Настоящий Battle Tops даже боссом была баба, блин. Это, типа, в мини-юбке, причем и в латексе. Я чё-то не рад пока. Пока больше эмоций музыка вызывает. На троих можно будет поиграть. Напоминает, знаешь что? Червяка Джима. Вот выглядит как червяк Джима сейчас. Эпик Рейсинг. Ну, поиграть все равно надо будет заценить. Ну согласись, ну что ты, конечно. Ну, типа, теперь вот эта гонка будет с видом сзади. Короче, непонятно пока, но для файкера явно сложно будет играть. Ну, конечно. Жду спидран от Ласки. Но я несколько иной графон хотел увидеть, но, в принципе... Ну, когда лягушки не избивают женщин... О, Little Big Planet, что ли, или что? Это не канон. Нет. Очень похоже было поначалу. А у вас что, субтитров нет? Я просто все игры заранее ставлю. А там написано? Да. Сорян, эту я не успел прочесть, но все остальные заранее вижу. Это Skate 4, если что. Вы пока еще этого не знаете и не верите, возможно. Тем будет удивление сильнее. Вот я замечаю, что вот уже второй трейлер, вот тот на корабле был с лосем, и вот этот, в принципе, непонятно, что в игре играть, то есть что будет происходить. Пока это на мультиках. Вообще-то в игре с лосем максимально было понятно, что надо делать. Слушай, там даже писали на экране, что надо делать. Я на самом деле, вот, ну объясни мне тогда, там надо выращивать, то есть это песочница или все-таки это какое-то прохождение? Ну да, типа, будет? Как террария, типа. Понял. Рода. Ну, когда надо показать 60 трейлеров, не все, естественно, будут впечатляющими, должен понимать. Кирилл, ждешь Dying Light 2 от Microsoft? Конечно. Ну, конечно. На самом деле, Dying Light 2, он же... Ну, на уровень должен быть выше, потому что в нем какая-то идея будет присутствовать, в отличие от сейчас, первого. Погодите, ребят, ну сейчас же тоже игры показывают просто так, типа, одним глазком, типа. Там была, например, «Морская утопия 2», и какая-то игра с видом сверху прикольная. Я недавно играл в игру «Ласкач-трюкач», она тоже была такая. Слушай, вот этот, например, Epic Battles Ultimate Battle Simulator, по-моему, называется, уже есть давно. То есть, видимо, они релизнутся из альфы или типа того. О, «Краскота», но он уже вышел, я играл, прикольная игра. Может быть, продолжение было. Какие-то улитки друг на друге сидели. Riverbound, вот это то, что показали, очень похоже было на Minecraft Dungeons. Blazing Chrome, по-моему, эти игры уже все вышли. Ну честно. Да. А, ну они, наверное, показывают то, что можно бесплатно сейчас получить в этом самом, в Xbox Game Pass. Там, кстати, действительно очень выгодно и постоянно бесплатки по подписке. Сетевой режим в Neighbor. Как там, как эта игра называлась с соседом, который детей похищал? Не помню. Короче, там сетевой режим был в ней. Пора расщеплять Xbox, короче. Хотя в Steam все это вообще за 20 рублей продается, я уверен. А, говорят, уже давно он есть. Ну, короче, все тут, в принципе, то, что вот в этом коротком ролике показали, все уже вроде есть и вышло. Please welcome head of Xbox partnerships, Sarah Bond. Бонд, Сара Бонд, выходит глава партнерской системы Xbox. Так. Хорошая глава. Все, что вы увидели сейчас, это, ну, типа, в Xbox Game Pass. At Xbox, our passion is to help you find and play the games that you love through creation, curation, and discovery. The ultimate expression of that passion is. Интересно, что еще Киану Ривз делает? Как вы думаете, он бухает или нет? Уехал уже, наверное. Да, думаю, домой поехал. Он же это хикант. Говорит. Не знаю, я бы нажрался перед тем, как домой ехать, хотя я тоже люблю дом посидеть. Но я правда пить бросил. Mind-blowing experiences, epic adventures, and iconic characters.
all for you to explore. It has been awesome to see the record-breaking success developers have had in Xbox Game Pass. Нет, блин, Game Pass нормальная тема, но проблема в том, чтобы купить и оплатить его, надо так заморочиться. Я еле-еле смог это сделать. После того, как оплатил, ничего не изменилось. Мне все равно, когда я пытался бесплатные игры запустить, выдавалось, что вы должны оплатить Game Pass. Мне пришлось консоль из розетки выдергивать и заново включать. Причем реально обычная перезагрузка консоли не помогала. Я прочел в интернете, что помогает отключение, если вы купили Game Pass или оплатили Xbox Live, то вам надо вытаскивать из розетки. Я сначала не поверил, но реально вытащил, включил, и все, что я оплатил, действительно стало работать. А оплатить можно только с карточки банковской, при этом... Ну. Ладно, сегодня в Game Pass, короче, доступен Batman, Metro Exodus, Hollow Knight и Borderlands Handsome Collection. Если что, Borderlands Handsome Collection стоит 39 рублей сейчас в Steam. Я думаю, цена остальных игр сейчас примерно такая же. По скидкам, кроме Metro исхода. Ну, вообще там много неплохих игр, кстати, показали. Так что в целом, если это все в Game Pass, то... Не, братан, я тебе говорю, Xbox постоянно заходишь, и там игры, которые где-то год назад, полгода назад вышли, они постоянно бесплатно. Надо только платить что-то типа 500, что ли, рублей в месяц. Я сейчас уже не помню, сколько, может, даже меньше. И там просто скачиваешь, и она у тебя да, есть. Да, и играешь в любую. И... Единственное, если у тебя, ну, типа нет компьютера, да, особенно для того, чтобы современные игры играть, Xbox — это хорошее решение, потому что на PlayStation все игры стоят 4000. Неважно, в какой момент ты покупаешь, кроме скидки, ты всегда платишь 4-5 кусков за игры и по 1,5 тонны за индюшатину. А здесь ты платишь какую-то сумму в месяц и... Ну да, теперь еще на ПК тема. Можно покупать это. Говорят, мне кидают, что в предзаказе на Steam уже показали, там все есть, и озвучки. Можно уже за 2 кассика предзаказать. Да, $60 стоит. Я просто не... Ну пока, на самом деле, раньше смысла не было куда-то торопиться, но, ребят... Не-не-не, в Epic Games заберут. Надо покупать, пока Epic Games не забрали, да. Я уже добавил все. Не, ну чуваки обещали, как бы, из CD Projekt Red, что только в ГОГе. А вообще надо в ГОГе покупать, по сути. Почему? Ну это типа считается хорошим тоном по отношению к полякам. Это шик. Там, блин, ну чувак, ну ачивки, удобная вот эта тема вся. Ну окей. Но они есть, если что. Ну блин, в Стиме твой профиль, он как бы... Не, ну я согласен с тобой, тем более GOG, в принципе, очень сильно жрет систему, к сожалению, если качать именно сам клиент. А на PC, если вы подписаны на Game Pass, он, кстати, и на ПЕКа есть, но там в основном Madden бесплатно постоянно. То вы сейчас можете получить бесплатный FM, ну как, заплатив за Game Pass, бесплатное... Ну еще какие-то игры. Вон, Prey. Арк все еще прогрессирует как-то. Блин, надо... Как-нибудь, мне кажется, мы поиграем в Арк. Мы соберемся, значит, построим булочную. Какую-то. Нет, спасибо. Ну, в смысле, Илья? Там можно кормить говном друг друга. Не хочу. Вот Tomb Raider постоянно, кстати, раздается в Game Pass. Просто нон-стоп. Все время, как не зайдешь, там все время Tomb Raider тебе пытается подсунуть. Типа, поиграй, пожалуйста. $9 в месяц. Ну да, пятихатка, как так у нас, по-моему, даже. Очередное новое приложение для Винды у них. If you want it all, we have created a membership just for you. Xbox Game Pass Ultimate. Есть еще Xbox Game Pass Ultimate. За $12. Специально для вас, ребят, если вы хотите членство в нашем клубе. Получаете, ну, короче, вы платите за Ultimate, получаете, во-первых, Xbox Live Gold. Он, кстати, отдельно стоит довольно конскую цену. $14! Но это просто выгодно, если вам Live надо оплатить. А блядь, что такое Live Gold? Это сетевая, типа, игра? Это как, да, это как PSN, короче. Как PS Plus, точнее. Типа, по сети не поиграть без него. Он отдельно стоит косарь 200, по-моему, за полгода. А так ты платишь $14, ты получаешь ПК-шный консоль. Сегодня за доллар. Сегодня за доллар. Извиняюсь. Я, пожалуй, куплю просто, чтобы потом пятихатку не тратить. Так, мировая премьера очередная. Спасибо.
доллар. Раздали бы бесплатно тогда. Записано в 4К. А чтобы ты подписал карточку, и чтобы на следующем месяце у тебя за 15 обновился. Да, кстати, в натуре надо отвязать карту от Xbox. Это же обычная схема, ты чё? Черт, мошенники. Блин. Ну, это ТЭС, очевидно, новый. А, нет, сорян, прошу прощения. Почти. До ТЭСа мы дойдем еще сегодня. Это очень новый ТЭС. Нет, слушай, это, по-моему, Microsoft Flight Simulator. Я еще не рофлю. Они, кстати, давно его не выпускали, лол. Блин, кстати, вот опять же мы к разговору о вчерашнем Mortal Kombat. Если бы вышел реально симулятор такой с крутой графой, я бы с удовольствием полетал, знаешь. Я просто доволен, что вышел новый Microsoft Flight Simulator, потому что Глад Валакс любил, я помню, Flight Simulator. И можно будет у него на стримах позалипать в него. Не, выглядит прикольно, смотри. Да. Когда в последний раз? 2012, по-моему, был последний раз, то есть почти 9 лет. Нет, стоп. Что-то я маху дал. Почти 7 лет прошло. И причем города так здорово выглядят, да, вообще, да. Просто жесть. Даже хотелось поиграть. Я типа не любитель гражданской авиации, но знаете. Да не, круто, если она действительно подробно выглядит. Можно бы было еще полетать над Челябинском, согласитесь, вообще бы. DLC хочу про Россию. В старых Microsoft Flight был жесткий редактор, и люди там пилили вроде как карты. Плюс там еще же приколы были, знаешь, какие-то, что там можно было, например, диспетчером играть. То есть ты даже не летать не обязательно, просто сидишь и других чуваков по сетевой игре двигаешь. По сетевой, да, фигась. Да, тут сетевая очень жесткая. Ну, короче, Microsoft Flight Simulator откуда? Поехали дальше. Так, это у нас что? АОЕ? В смысле АОЕ? When the smallest of choices. Ну. Age of Empires? Не думаю. Нет, это еще Vampires, да. А у Е4, да. Подожди, а почему? Нет, это, а, это 2 HD, Definite? Вторая часть HD. Сейчас нам так покажут, как экран расширится. Слушай, ну это круто, подожди, это круто. Они первую переделали, вторую. Я думал, четвертую показывать будут. Вторая-то она шикарная вообще. Ты че, вторая вообще топ же. По ней, кстати, много туриков будет. Я на твоем месте арабские шейхи... Нет, там конкуренция очень дикая. Там арабские шейхи нон-стоп спонсируют турниры по АОЕ, по Age of Mythology. И там жесть, там киберспорт жесткий на самом деле. Yeah. Да, очень жесткий. Не, выглядит круто. А АОЕ с удовольствием, я супер рад этому. С удовольствием поиграю. Мы и так хотим в него поиграть. Тут еще... Но это будет лучше, чем, помнишь, какой-то... Неудачное переиздание какой-то похожей игры. Крусадер был. Да, Стронгхолд, Крусадер очень плохо сделали. А, еще Казаков, помню, перевыпускали. Тоже как нелепая была херня. Да. Ну, надеюсь, тут будет поинтереснее все. Так, ну здесь нас загномил какой-то гном в начале. Но... Что-то юморная игра какая-то, видимо, смешная. Но выглядит неплохо. Серьезно, а ты смотришь на экран сейчас? Fallout 77, что ли? Я вот надеюсь, что это он. Квадратики, как в UFO, возможно, стратегия. Боевка будет как в XCOM, возможно. То есть, может быть, нет, непонятно пока. Блин, чувак, Киану Ривз? Вышел на сцену, Киберпанк будет персонаж. Помнишь этот момент? Да, я как раз его вспоминаю. Да. Тебе мужик вот этот, да, тоже напомнил? Ну, я думаю, что... Wasteland 3. Wasteland 3? Как она выглядит, господи, кал. Слушайте, я видел ролики, я не играл никогда, но видел ролики, я в жизни бы не догадался, что это Wasteland. Забей, это просто крэп какой-то. Я не знаю вообще, это позор на самом деле. Я хейтер еще первого, ну точнее еще второго Wasteland, но теперь я ненавижу его еще больше. Вообще какой-то крэп. Игры в наших сердцах. Мы добавили 7 новых студий разработки к себе на Xbox, взяли их. Мне очень круто то, что некоторые студии уже выкатили что-то, что мы можем посмотреть на этом E3.
teams and ideas. И для меня, говорит, студии не так важны, как люди, которые у них работают, как команды, которых объединяет одна идея. И эти идеи — это обычно идеи любви к вам, игрокам. И именно поэтому у великих, замечательных разработчиков выходят замечательные игры. И сегодня я, кстати, хочу сказать, что к нам, помимо всего прочего, присоединяется такая студия, как Double Fine Productions. Какая твоя любимая игра Double Fine Productions, кстати? Сейчас скажу. Дай мне Double Fine — это маяк креативности. И они, знаешь, такой дух игр. Разрабатывают уже 20 лет классические игры, такие как «Психонавты», «Брутальная легенда» и «Сломанный год». Так что замечательно, что мы все сольемся воедино и что-нибудь закреативим. А сейчас приветствуйте Тима Шафера. Человека, который является президентом этой компании, старина Тим появляется на сцене. У них есть... Причем... Да. Full Throttle они делали. Безусловно. Безусловно. Как раз именно поэтому главный персонаж Full Throttle был похож на Тима Шафера, если бы Тиму Шаферу было на 20 лет меньше. Но, видимо, они психонавты 2. Наверное, все же лучшая их игра. Но это еще было в старых студиях, когда я еще работал на LucasArts. Тим! We just want you to make great games. Oh, it's such a relief, because I was totally lying. Тим Шафера часто зовут на E3, просто он что-то уже давно ничего не выпускал. Но сейчас что-то покажет. Итак, я думаю, что это Green Fandango 2, естественно. Психонавты вторые анонсируют. Ну как, не анонсируют. А вы в первые играли, то вообще? Нет. Нет. Я посмотрел список их игр. My name is Raz. And today is my first official day on the job. Честно, не играл, к сожалению, ничего не могу сказать. Ну, Тим Шафер, он, короче, что-то типа Тима Бёртона, только для компьютерных игр, ну, чтобы вы понимали. С приветом, короче. Ну? Да нет, просто с оригинальным видением, стилем. Но игры интересные в основном. Ну... Вот по челюсти можно бегать. По зубам прыгаешь, да, замечательно. Хорошо, что не погнилую. Такое уже было в Алисе. Ну, там юмор прикольный обычно в сюжете. Блин, мы же играли в Brutal Legend. Нам в Одессе выпадал Brutal Legend, по-моему, Факерова проходил. Это игра про Джека Блэка с гитарой. А, ну да, было такое. Я слушай, помню, тебе еще не понравилось, а я сказал, что вроде неплохая такая среда. Не, я тоже сказал, что неплохая. Но я просто сказал, что я думал, что она получше будет. Её мировая премьера. Ну не такая уж это и премьера. А, это другие старые. Это вот. Лего. Да, Лего старый. Так, Дарт Мол имеется. Блин, сколько уже было игр по Star Wars именно от Лего? Очень много. Он ему руку... Расчленка лучше, чем твой. Какая срань. Как будто все эпизоды будут засунуты. Ну что ж, этот Star Wars мне, кстати, больше нравится, чем тот, что Disney делает сейчас. Комплицированно. Да, как смотри. Ты считаешь, эта игра будет лучше, чем Fallen Order или... Ну это Факера надо спрашивать, он любит Лего-серии. Ну, слушайте, Лего неплохие игры делают обычно, ну такие юморные. И вынужден согласиться с Факером, кстати. Девять фильмов будет в одной этой игре. Интересно. Вот эта игра, которую я жду больше всего. Dragon Balls. Ну слушай, после Mortal Kombat 11 можно и сюда, как бы уже познавать мир файтингов полностью. Но я еще все сезоны Dragon Balls не до конца досмотрел на самом деле. Велика. Какарат. Это
Это похоже на пародийный ролик про Dragon Balls из Ютуба, который я смотрел лет 5 назад. Ну, больные эпилепсии люди нас покинули только что. Навсегда. Фанатов этих игр же очень много. Конечно, файтинги, особенно в Японии, очень популярны. В Америке очень RPG, это экшен-RPG, прошу заметить. Экшен-RPG? Dragon Balls Kakarot называется. Kakarot. Kakarot. Еще одна премьера. Мировая премьера. Обратите внимание. Annapurna Interactive. Между прочим, Annapurna — это другое название знаменитой горы. И фильм есть такой тоже. Или нет? Стоп. Джаманунгма. А Annapurna — это просто большая гора. Я вспомнил. Ладно, не важно. Так, 12 минут. You wanna guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. 12 минут будет этот трейлер идти? Ну что, было написано 12 минут, я не знаю, что это, может, эта игра называлась так. 12 минут, да, это мой рекорд с женщиной в постели, видимо, это история про тот случай, когда я его поставил, судя по началу. Чтобы это рассмешило Факера. Я не знаю. Ну, молодой, еще смешны такие шутки. Я как закадровый смех просто. Спасибо, что ты есть. Надо еще аплодисменты закадровать. В общем, их кто-то преследует, и у них от этого жуткое несварение, так сказать. Полиция. Хочу заметить, что он в ботинках, а она босиком. Немного странно. Ну, может, она целый день дома, а он только пришел с работы. Он ей говорит, что я твой последний шанс, ей, видимо, уже далеко за 30, но она не соглашается, все после подарка. Смотри, агент 47 пришел. Да, кстати. Она до сих пор помнит этот день, понимаешь, эти 12 минут. А, он будет переигрывать это постоянно, что ли, или что? Типа, пока не найдет правильное решение. Слушай, ну прикольно, на самом деле. Кстати, странно, что с концепцией Дня Сурка почти нет игр. Ну да. Хотя фильмов предостаточно. Хотя, стоп, один вспомнил. Да не, довольно много. А, нет, да, в сериалах это обыгрывалось. Так. Интерактивный триллер о мужчине, попавшем в петлю, да. Ну, интересно, интересно. Не особо, не особо. Ну, а я поиграл. Я надеюсь, думал, там игра на один стрим где-то часов на 5. Вот, ну да, я на надеюсь, 12 там минут, мне кажется. Я надеюсь, там не линейный сюжет, а действительно ты сам можешь как-то. Это было бы интересно, если бы там не было вида сверху какого-то омерзительного бомжатского. Ты же понимаешь, что очень легко нарисовать одну комнату. Электричество кончилось. А, нет. Бэмби? Блин, это очередная игра, от которой, ну, типа, хочется жить. Да. И какая-то она няшная вся, даже котики и Бэмби. Ну, слушай, я не дам. Я надеюсь, это трейлер Gears of War, и сейчас этот чел прибежит и начнет херачить из пулемета. Слушай, ну я недавно видел игру, где за обезьяну надо играть. Похоже, вот какая-то новая мода выходит, что за лосей, за тюленей, ну, можно поиграть вообще, за обезьян. Вообще, насколько я могу понять, эта игра про золотую антилопу, она про то, что человечество вымерло. Помнишь, может быть, фильм про обезьян с Брюсом Уиллисом? Там еще Брэд Питт был. Там была, ну, идея того, что чувак распылил заболевание какое-то, и все люди померли. И, типа, только животные повсюду живы. Mm-hmm. На земле, видимо, вот «Путь в лес» называется. Короче, мы будем очень умными лосями. Видимо, давно в разработке, потому что они написали, что в этот раз уж точно в 2020-м выйдет. О! Вот это Gears of War, да? Да, да, это Тянка, она теперь главная героиня Gears of War. Слушай, никогда не играл Gears of War, но уже пятая часть, и все вроде так радуются. Может, как-нибудь соберемся, поиграем? Вообще, вот это, ну, его уже показывали же в прошлый раз, ее подхейтили немного, эту тему. Что не всем хочется играть за подругу эту. Почему это?
Ну, типа, не всем нравится вот эта вот тенденция. Что с ним происходит? Личность. Возможно, она всех в себе держит. Ой, прям что-то плохо ей. Надо бы это... У меня такое было, знаешь, короче, я... как же эта фигня называлась? Таблетка такая от поноса, короче, жесткая. Такая маленькая, желтая. Я ее съел, и у меня как будто в цемент все превратилось. Начиная от кишечника и заканчивая задницей. Она как анальная пробка размером с бильярдный шар. То есть, в твоем понимании, она сейчас в туалетной комнате. Но слушай, да. Телефон появился, еще больше намекает на это. Сейчас еще кто-то свет выключит, смотри. Я читаю вообще. Самое время, по-моему. Не, кстати, это вообще... А, нет, да, это пятый гири. Баунд. Там байблад. Мне кажется, тяжело, понимаешь, в чем дело? Раньше эти шутеры с укрытиями, когда начиналась вот эта тема с Gears of War, первый, второй, третий, они, ну, были свежи, и это был как бы лидер жанра, а сейчас люди уже не хотят играть просто в обычный штан с укрытиями 2019. Всем хочется открытого мира. Да и не хочется никому открытого мира, всем хочется, чтобы игра была интересная. А как можно шутан с открытиями сделать интересным? Блин, ну я вот никогда не играл, я вообще этот трейлер не понял. То есть, наверное, фаны поняли, о чем он. Да не и фаны ничего не поняли, потому что они не знают, что это за баба такая. Естественно, раньше мы никогда не видели ничего, что в новой части будет. В июле уже будет мультиплеерный тест, ну то есть они делают ставку, видимо, на то, что будут интересные замесы. Кстати, по гиркам, как ни странно, на консолях проводились даже соревнования, я видел на Твиче. Как звали персонажа топ этого Gears of War? Маркус Феникс, по-моему, или мне кажется? Или я путаю что-то. Но того я знаю, а кто это, я не знаю. Но он там был, кстати, он один из тех, кто вылезал из нее. Да, Маркус Феникс. А как звали чувака, который стоял за первыми гирями, а потом пошел лоу-брейкер сделать? Как его звали, кто-нибудь помнит? Рикардо Милос, точно. Именно. Но зал не особо рад, то есть именно ребят, которые на майках. Ух ты, но... что это происходит, погоди. Киану типа, Ривз опять не... появляется, по-моему. Нет, никакого Киану Ривза. Да, ну, ну не надо. Уже играет в Киберпанк, сидит за кулисами. Просто у них уже тест мультиплеера и релиз в этом году могли бы показать что-нибудь. Выкинь сейчас, как, я не знаю, Трамп выйдет, скажет, я в игре буду. И что? Да. Как бы. Ее тогда вообще никто не купит. Я, кстати, на ХПГ играл, где был Трамп в игре. Если че. Она была неплохая. Про корову. Слушайте, я так понял, у вообще, в принципе, у фанатов Gears of War свое видение, как вещей, то есть тут что-то тоже происходит. Оказалось, непонятно. Что под сценой находится какой-то катательная Фредди Крюгера, как бы. Я правда не знаю. Ну вот и что-то более. Очевидное, связанное с Gears of War, еще покажет. Или... Наверное. Это ж мы еще все еще про Gears of War смотрим или что? Я не уверен уже. Че это? Ты Эмилия Кларк, что ли? А, ну да, да, это как вот этот режим показывает, где им надо коллективом заходить, минировать улей. Точно, это уже показывали. Чур, я за рыжего буду катать. Хорошо, я за женщину. Ну, это получается флайкер тогда. Вот этот. Вы меня спасаете, да, я просто максимум, что я могу, это бомбу поставить. Это все как в жизни. Мне нравится саундтрек. Ай-ай-йо-йо-ай. Очень соответствует. Оззи Осборн. Да. Старый добрый рок. Мне кажется, это Led Zeppelin. Ну вот то именно Ай, это что-то Crazy Train. Великолепный подбор. Такого удачного саундтрека не слышал с момента первого трейлера Mortal Kombat.
И дрить он круто. Но это, к сожалению, естественно, не геймплей, а просто нам показывают очередное. Вот мне не нравится вот эта тенденция показывать просто... Потому что я готов отправить Киберпанк, тем более я знаю, что они геймплей покажут еще на этой E3. Еще очередные 30 минут с новым квестом каким-то полноценным. Но я уже устал смотреть на эти синематики, на самом деле. Они настолько ничего не говорят об игре обычно. Не, ну почему не говорят? Они говорят, что будет хуже, чем вот это. А сейчас хорошо прям или ну так? Ну, я не фанат, так скажем. Не стал фанатом. Я тоже не фанат, братан. Я что-то вообще как бы не фанатею ни капли. Ну то есть тут какая-то история. Смотри, даже эти чуваки, которые сейчас выбежали, у них такое лицо было, типа опять стрелять, короче. Типа, даже им уже не хочется. Вообще. Уже пятую часть стрелять. Слушай, Escape. Короче, режим Escape, в котором вы будете закладывать мину и убегать. Мы недавно играли в игру, где надо было копать ямы и тоже улей взрывать. Да, Escape Room. Ну, рассказывай, в чем идея как бы этого режима. Но если они на него такую ставку делают, то... Ну, сейчас посмотрим, как... Ой, это я знаю, это рестлер, если что. Но они сказали, кстати, важную вещь, что вы можете даже сами создавать эти пещеры и вызывать своих друзей, чтобы они их прошли. Но в таком, вот я не знаю, это мое видение, но мне кажется, наиболее важное в таких вещах, это что можно было против друзей играть. Блин, чувак, у меня такой вот вопрос. Они позвали рестлеров, чтобы они сейчас играли в этот режим, а они вообще уверены, что рестлеры могут это делать? Я расскажу, вот там вот афроамериканец, который ближе всего к камере сидит, у него есть канал на ютубе, очень популярный по всяким играм, Up Down, по-моему, называется, типа вверх-вверх-вниз. Как называется? А. Вверх-вверх-вниз. Up Down. Да, вот. И у него постоянно на канале разные рестлеры играют в разнообразные игры. Терминатора игра, гайз. Извини, что перебил. Ну, я в принципе закончил свою мысль. Но это на самом деле нифига не игра про Терминатора, это, естественно, просто скин для Терминатора. Для Gears of War скин Терминатора. Как бы, если кому вообще еще нужен Терминатор в 2019-м, особенно после того трейлера Кинча. Ну, слушай, и судя по тому, что его еще и в Mortal Kombat добавляют, видимо, у них какая-то есть инфа, что нужен. Может быть, но... сомнительно. Глиш, скоро Марти Макфлай появится, я не знаю. Марти Макфлай в Mortal Kombat был бы прикольно. На скейтинг это. Блин, я все, кстати, поглядываю на контроллер. Вот как считаешь, он лучше обычного? Нет, потом видишь, они на такой же крест надевают какую-то просто... Только что видно было, что крест у него стандартный, просто сверху натягивают... Короче, не-не-не-не. Даже, кстати, есть видосы на Ютубе, где он еще и клещ разваливается, чем обычный. Где у него педальки там залипают и все такое. Слушай, Да, извини, что перебил. А есть DualShock Pro версия какая-то? Блин, вот это я бы купил, да. Ну, ты можешь, как и я, купить. Помнишь, у меня бело-голубой такой был? Это отдельная компания, SCAF выпускает их. Они просто подсмотрели, решили, что теряют часть рынка. И решили тоже делать вот такие вот геймпады. Кстати, ну, забавно то, что его можно к плойке подключить, насколько я знаю. Не знаю, я вообще такой, я антифанат просто геймпадов от Xbox. Я не понимаю людей, которые... Я просто антифанат геймпадов. Все, что здесь было показано, в шутеры лучше играть с клавомыши, в гонки с руля. Нахер этот геймпад нужен вообще, в очко его. Купить себе лучше переходник для мыши и руль. О, Dying Light, Dying Light, Dying Light. Ой-ой-ой, тихо, тихо всем. Блин, не, ну Dying Light... Ох, если они еще лучше, чем первая часть. Ты же сказал тихо. Кто я, откуда бы я пришел? В этом месте никто даже не хочет знать мое имя. Getting attached is deadly. Because when darkness comes... I might be gone. Блин, еще сюжет, если сюда завезли, то я уже все готов играть. Я готов, давайте. Еще в том году вроде ж говорили, что будут типа стычки банд разнообразных.
Да, но ты не видишь, сколько NPC, как бы... Даже какой-то бар, в котором Тянг танцевал. Очевидно, что это уровень киберпанка уже, не меньше. Каждый день болезнь пытается разделить нас и заставить нас забыть, кто мы такие, но мы продолжаем бороться все вместе. А меня зовут Эйден, и я инфицирован, кстати. Звучит как заявление. Как-то... Мы одобряем или... Да, одобряем. Ну, в смысле, не одобряем, конечно, что он подхватил. 20-й год. Как-то, жалеем, но одобряем. Да. Как-то не впечатлил трейлер, но игру, конечно, я жду. Такой... Нормально, нормально, нормально выглядел. Типа, видно, что это шаг вперед по сравнению с первым Dying Light. Опа, опа. Что вот сегодня? Вот Ламборгуни. Блин, реально Ламборгуни и Киану Ривз. Смотрите, кстати, это машина. Рестлеров посадили в подвал, но так не показали, как они гамзают. Я думаю, чуть попозже, наверное. А представляешь, это интеграция такого уровня, что они их как бы привезли, просто посадили, говорят, смотрите, они играют, все, спасибо. Они там драться начали уже. Похоже, кстати, так и есть. Слушай, это интересно. Что это? Мега-Форза. Ну, слушай, мне вот это интереснее, кстати, чем обычная Форза. Да, мне советовали Форзу поиграть тут недавно. Там, очевидно, лего-машинки добавили и лего-трасс. Слушай, если это хотя бы настолько же весело, как, например, Mario Kart, то почему бы и нет? Ну да, я думаю, они на этот рынок не целятся. Потому что на компьютере это, по сути... Мне нравится, что лего-машинки с реальными машинками сопротивляются на лего-трассах. Ну, типа, видимо, Forza не особо оправдала продажи. Заходит с козырей, так сказать. С козырей, знаешь, 2005-го у них лежала идея. А я думал, это симулятор, кстати, какой-то, ну, типа Forza. Но я что-то перепутал вообще, походу, очень сильно в этой жизни. Еще и свой дом можно построить. Я жду грид новый. Вот грид будет супер. Я чемпионат организую сразу на Гудгейме по гриду. Пропустил дату Dying Light. Не показали? Просто трейлер готнули и все. Кстати, Ламборджини. Это Лего Ламборджини, братан. Да? А я хотел сказать, почему она не Лего. Я не вижу даже. Ну вот видишь. А, ну да. Между прочим, это Ralph Fulton, дорогие друзья. И это не Ламборджини, это Макларен. Это Макларен Сенна, который стоит, по-моему, 2,5 миллиона долларов. Его недавно Рональду купился. Извините, что перепутал, ребят, мне стыдно. You will drive this Senna and more Lego Speed Champions cars. Представляете, кто это собирался это? Packed with inventive new challenges, new areas to explore and loads of bricks to smash. The Forza Horizon 4 Lego Speed Champions expansion launches this week. I'll see you there. Expansion уже на этой неделе стартует. Ну, прямо скажем, мы не так часто катаем в такие игры. Gears Pop. Фанки Поп — популярная очень серия игрушек по разным играм, вселенным. Теперь можно и будет поиграть во вселенной Gears. Как там шпион? То есть показывает какой-то одну версию для взрослых, одну для маленьких, да, и непонятно. Ну, а какая для взрослых? Вот это? Ну, ты знаешь, я не удивлюсь, если взрослые больше предпочтут эту игру. Повеселиться. Пофаниться. А, это мобилка. То есть до этого нам показывали гений. Короче, с этого момента я бойкотирую любые игры. Я буду молчать на любой мобильной игре и на любой игре с мультяшной графикой. Так получится, наверное, что я буду молчать 90% E3, но с меня достаточно. Я устал. Я буду заменять. О, Эстетов Дикий 2. Еще хуже, чем первый. Я даже не зашел. Я как бы думал сначала, но я посмотрел всякие геймплеи, стримы, и я что-то... Так я что-то не даже хотели. Не помню, она когда выходила State of Decay? Год назад практически. А я играл в нее?
Я не знаю, ты... я смотрел на стриме у другого стримера. Ах ты урод. Ну ты же не играл. Вот, а значит знал, что я... Что-то я просто не помню вообще. Ну я, допустим, играл, и что? И что, как тебе? Да никак. Мне нравилась идея первого State of Decay, но ее так плохо реализовали, что в первой части, я так понимаю, во второй лучше не стало. На самом деле я не играл, я удивился, что в ней не было мультиплеера с такой концепцией, это как бы очень странно. Слушайте, а я что-то вообще у меня из памяти вылетело. Я вроде люблю такие темы, по крайней мере, хотя бы разок заценить. Не, Кекс, я видел все три игры, в которые ты играл в прошлом году и в позапрошлом. Них, среди них не было State of Decay. Не, я точно не играл в нее. Зато Days Gone прошел. Нет, я из памяти вылетел, поэтому держу тебя в курсе. Слушай, ну если это вторая часть, то я могу предположить, почему я в первую не играл. А ты и в первую не играл? В смысле, а вторая уже вышла давно, что ли? Я не понимаю. А, боже, ладно, короче. А, так это не анонс, это типа игра, которая уже вышла, типа? А что нам показывают? Тебе показывают Heartland. Ты не видишь, что ли, написано большими буквами? Heartland, уже доступно. Ну, откуда я знал, что это аддон какой? Я думал, эта игра не... Нет, тогда я понял. Надо следить за игровой индустрией. Выставку все-таки смотрим. А вы-то что в нее не играли, ржете? Я слежу за тем, что... Мы с тобой угораем. Игра вот говно. Первый State of Decay в 12 или 13 году вышел. А, ну понятно, я не родился. Блин, я думал, это опять эта параша будет, короче, как это... С обезьяной? Но ее, видимо, уже выпустили все же. Не-не, это какая-то лучшая онлайновая японская MMORPG, теперь доступна на Xbox. Но я, к сожалению, я знаю только лучшую корейскую игру, которая заработала больше, чем франшиза Star Wars за все время существования. Это DFO, а вот это что такое, я, к сожалению, не знаю. Я бы дропнул такой. Это ММО, ты не можешь его пройти, тебе не надо было бы его дропать даже. Качай пиарить, кстати, с КПК. Выиграй его уже и успокойся. Тебе осталось две игры пройти. Три. Ну, я постараюсь. Слушай, а почему его нельзя пройти? Ну, мне осталось три игры, я просто сел и прошел их, а не сидел, не смотрел Е3. Мне просто очень нравится ваша компания, поэтому... Да я же не к тому, что... Типа, я просто к тому, что... Я вот пройду там на следующей неделе. Да не догонит там. 150, давай я за тебя пройду, чтобы тебе не кажется. Да не, а что ты получишь? Есть какой-то главный приз? Несоизмеримый тем временным затратам, которые у нас ушли на ХПГ. Какой? Ну закажу остальным игры. Типа второму месту 10 часов, третьему 20 часов и четвертому 30 часов. Это просто фигня какая-то. Мы должны как минимум на 10 умножить. Ну да, не согласен. Остальные уже не согласятся, понимаете, в чем? Я не против, остальные уже не согласятся. Это Fantasy Star, кстати, онлайн. На самом деле, многие не знают, но Fantasy Star — это практически та игра, которая двинула все остальные ММО по тому направлению, по которому сейчас они двигаются. Просто в Европе и в Америке Fantasy Star не особо известно, но это прям топ-топыч. Мне вот обидно, что Lost Ark так быстро демка закончилась. Я пошпилил сейчас на этом, на аресталище. Было бы вообще супер кайфово. С Кексом и Факером. Факера бы поставили закрывающим на третий слот. Чтобы он просто смотрел, да, нормально. Да, да. И Кекса на первый, чтобы я тоже просто смотрел. На монахе. 650 million PC players to the entire world. I'm happy to announce our partnership with the legendary team at Smilegate. В общем, короче, Smilegate. Ну, кстати, Xbox мне нравится тем, что они действительно начали на своей консоли выпускать ММОшки. А вот я типа не любитель диванного гейминга, ну не в такого диванного, про подсказки, я имею в виду, вот когда ты лежишь на кровати и играешь, но я должен сказать, когда я болел, играть в Black Desert Online на консоли было реально прикольно. Ты типа лежишь и мобов фармишь. Да, не, вообще это круто, реально, на плойке, потому что плойка — это вот на диване развлечься и играть часами. Знаешь, где я бы хотел ММОшку увидеть? На свече, вот это было бы вообще норм. Хотя, может, там есть. Но это next level. Это надо, чтобы Илон Маск Wi-Fi провел по всему миру через спутник, и тогда будем играть. Да. Так, новая игра Crossfire.
Crossfire X написано, кстати. Но это, жаль, видимо, ошибка. КНД. Чего ты вообще вспомнил КНД? Я не знаю, я вот, у меня слово Crossfire ассоциируется с вот этой старой игрой. Чуваки, чтобы вы понимали, вы, наверное, вообще не знаете, КНД — это реал-тайм стратегия 90-х годов, такая в кислотной. А у меня она на плойке первой была. А, окей, но по какой-то причине, глядя вот на это, Факер решил вспомнить Crash Kill and Destroy, типа, супер старый. Нет. Потому что сейчас она будет, короче. Вот, и... ой, фак, я за тебя болею, давай, сейчас, это она. Да я, это Crossfire X какой-то, я... Это вообще шутан, типа, колды, наверное, или что-нибудь, типа, да. Какое замедление. Кстати, вам уже прошло достаточно времени с 11 сентября, короче, уже можно такие вещи в трейлерах показывать, без плохих ассоциаций. Раньше, я помню, вырезали из Армагеддона момент, где, типа, пробивая... Ну, ты понял, вообще. World War, вот как, очень похоже, теперь мне начинает напоминать вот эту игру, World War 3. Ну, это, кстати, блин, я бы что-нибудь такое качественное поиграл, потому что... Да. Ну, я не хочу играть в эти, блин, войны с дедовскими ружьями, я хочу современный конфликт военный. Ты сейчас реально на рынке, вот, нету такого, как Battlefield 3-4, чего-то новенького такого, свеженького. Ну, есть какая-то там фигня в Стиме периодически выходит, типа того же World War 3, что там еще было... Какая-то такая игра на маленький. Батальон, да. Батальон. Сквад еще есть. Ну, это, короче, Crossfire X. Но мы геймплея не увидели, поэтому мы вообще World не можем понять, что такое. Ролик-то прикольный, но как бы... Еще, да, например... О, вот тут Илья замолкает, насколько я понимаю. Конечно, да, Илья, помолчи, сейчас мы любители этого все расскажем, ребят. Значит, это от Bandai Namco. Сейчас мы видим столицу Гарунов, и что мы, все, что мы знаем, это правда. Вообще, я должен замолчать, здесь нет мультяшной графики, это не мобильный. Мне показалось. Все, что мы знаем, видит, было правдой, но оказалось ложью, потому что это Black Desert Online, дамы и господа, новое дополнение. Горящий флаг... Стоп, это Bless Online, что ли? Нет, это не то и не другое. Это Lineage, это... может быть, я... Не-не-не, это... Ну, кстати, это какая-то игра с коопщиком, ты посмотри. Я хочу быть за чувака с этим. С мечом? Я за тянка, да. Ты будешь из меня меч вытаскивать. I want to break free. Не, блин, так ощущение, что коопщика. Я много раз или видел есть? Уже. Да это ММО, лол. Типа, да какая это ММО? Видно, что это не ММО, братан. Ты чё, рофлишь, что ли? Ну, боссы какие-то. Хотя, да. Чё, он... видишь, они вдвоем идут и, типа, проходят ее. Может, если она уже вышла, Кекс, пойдем прям сейчас в нее играть. Мы не успеем скачать до этого. Это Tales of Arise. Истории Арайза. Ты типа умничаешь, что ли? Я тут переводчик. WhatsApp, я понял. А сейчас какой? Еще не наступил. Будет на пека, кстати. И видишь, они реально вдвоем на обложке, а значит, можно вдвоем проходить. Блин, ну ты вписался за тянку. Да, я бы... Не, если это кооп, аниме прохождение, блин, конечно, у меня не было никогда такого. Вообще кооп... Борда... Стой, ладно, для многих важно новый Borderlands, типа. Это Лилита, и вы ей нужны, гайс. Кстати, до сих пор не понял, почему в новом рейдже не было мультиплеера. Это вообще какое-то супер глупое решение для такой игры. Ну, видимо, решили, что не окупится. Не стоит тратить силы. Ну а какая еще причина? К сожалению, вот я не любитель Borderlands. Мне как раз рисовочки не нравятся. Сами лутер-шутеры я очень люблю, но вот бардапчик мне не заходит. Я немного играл, но слышал, что она душная. Да, чувак, я не знаю, я уважаю как бы коопчик и вместе пофармить, побегать. Это но не мы то, в... это не тот коопчик, это как Дустан или Division, типа. Ради фарма, пушек и все такое. Ну да, ну я не знаю, мы играли с одногруппниками еще в институте в первую, и вот в то время я даже не знал такого слова «душка», но нас реально задушило. Я не знаю почему. Может, просто не для меня. Она долгая. Конечно. Она вроде долгая очень просто. Не, ну, она бесконечная. Это, ну там есть сюжетка, но это типа... Ну хотя...
Тут просто надо понимать, как ты к самому жанру относишься. Готов ли ты принять то, что шутер может быть таким, как Диабло? То есть ты просто бегаешь, с мобов бьешь лут. Если нет, то тебе никогда не доставит ни Division, ни Дустан. Ну, хотя, не знаю, в Дустане вот он в сентябре выйдет в Стиме. Я уверен, что я Кекса смогу заманить, и мы рейды проходим, и... Он станет настоящим фанатом Destiny. Ты меня в первый заманил. Да ты ничего, ты даже не распробовал. Тебе надо было месяц хотя бы. Ты в тот раз тоже, ты вместе со мной дропнул, если что, я тебе напоминаю. Да, но потом я взял себя в руки и стал фанатом, понимаешь? Ну тебе 5000, наверное, жалко было. Мне тоже. Мне не жалко. Я потом еще много раз 5000 тратил. Каждый раз, когда выходило новое дополнение. Я на Дустан 1100 потратил в конечном итоге в сумме. А теперь она бесплатная в Стиме. В геймпассе вторая и первая часть, ребят, будет. Если вы она уже там, и в Стиме все Borderlands продаются в сумме за 39 рублей, держу курс. Я из жадности купил, мне нахер они не нужны, но я купил за 39 рублей, увидев в цену. Но Borderlands 3 многие реально очень долго ждали, я думаю, что прикольно. Но, будучи не фанатом, ничего не могу сказать дополнительно. Мировая премьера, кстати. Хидетака Миядзаки. Это, кстати, игра по «Игре престолов» Джорджа Мартина. То есть это как бы Dark Souls по «Игре престолов», гайз. Ничего себе. То, о чем вы мечтали. Да, ну, да не. Да. 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 Только что на экране было написано. Не, это-то я прочитал, но... Ну, вот, кажется... отразу не Дейенерис сейчас вот, ее трогают. Слушай, я не уверен. Я... Восьмой сезон как-то проспал. Не смотрел никогда «Игру престолов». Кстати, я только сейчас вспомнил момент из трейлера «Игры престолов», где там руки были, и что это в итоге значило, так и не... Ну, ладно. Ай, блин, вот обидно, короче, что не покажут, походу, ничего, кроме синематика. Синематики-то у From Software всегда офигенные. Не, ну, а они могут боссов каких-то показать? Мне кажется, это будет неплохо. Если ну, я считаю, что объединение, типа, Джорджа Мартина и Миядзаки... И вот это, как бы, когда сливается автор Dark Souls и Игры Престолов, из этого может получиться что-то такое квазипердозное, так сказать, в плане рыцарей всех этих. Ну, выглядит уже эпично. Меч, мой, в моем стиле там. Секера мне что-то не особо понравился, но вот это прикольнее смотрится. Мне просто сеттинг был не близок совсем уж. Ну, все очень драматично выглядят, естественно. Что оружие богов какое-то делает. Древнее кольцо. Кольцо старпера, да. Кольцо старпера. Это Фаргус переводит. Кольцо старейшина. Наверное. Ну ладно, неважно. Мне кажется, старпёра остановимся. Я просто думал, что там будет прям реально по «Игре престолов», то есть она так и будет называться, типа Dark Game of Thrones. Dark of Thrones. Сегодня, Гарри, мы показали вам 60 игр. Of creativity on Xbox. То есть мы уже увидели все 60, да? Ты считал? Да, там мельком просто, видимо, некоторые помнят. Ну, там был же ролик на 2 минуты, где да, разные игры показывали. Ну, они уже вышли, это не магнито. В общем, Xbox будет добавлен в облако с помощью... Короче, через консольный стриминг и проект xCloud. 2 месяца назад мы подключили всех разработчиков Xbox к проекту xCloud. И сейчас мы хотим вам впервые показать этот проект xCloud. Ну, короче, все в облако выходят. То есть не только Google, но и Xbox тоже идет в облако. Кто не понимает, вам нужен будет только геймпад, по сути. И вы сможете через облако играть на чем угодно. It turns your Xbox One into your own personal and free xCloud server.
Стоп, вот этого момента я не понял. Типа, благодаря стримингу игр ваш Xbox превратится в сервер xCloud. Ну, то есть, видимо, ты к нему коннектиться будешь... Блин, знает откуда. Да, короче, включаешь свой Xbox в режим стриминга, уезжаешь куда-то. Играешь. Ну, я не знаю, зачем это надо. Давайте поговорим, короче, о нашей новой консоли лучше. Итак, Xbox One XX. Для нас все-таки консоли остаются центральной как бы, точкой и опытом. И консоль, которую мы делаем, она для одной только цели будет разрабатываться — гейминг. Все, мы забыли про телевизион и про VR навсегда, видимо. Теперь гейминг во главе угла. Самая мощная консоль на данный момент в мире — это Xbox One X, я, кстати, подтверждаю это. Там все очень элитное, замечательно. Это замечательная компания, которая разработала Xbox Live. У них теперь была новая миссия — создать будущее гейминга для вас. Короче, будущее гейминга — это не просто PC или консолька, или там мобилка. Это все вместе, одновременно. Мы все изучили, все рынки интерактивных развлечений, и поняли, что с чего нужно начинать новую генерацию, новое поколение консолей. Мы не хотели сделать просто еще одну консоль, понимаете, просто вот какую-то консолечку и все, улучшив железо. У нас совершенно другой подход. Что важно, для нас было важно, чтобы игроки как бы... Сейчас, секунду. В общем, чтобы игроки прям постоянно были погружены в игру, чтобы не было долгих загрузочных экранов и всего остального, чтобы все просто село и играешь, так сказать, как раньше Тох нам и обещал. Поэтому мы в 4 раза улучшили производительность консоли, дамы и господа. Теперь i3 будет стоять, видимо, в консоли, и аналог 670 GT. 120 FPS! А, на консоли, гайз, 120 FPS! Честных? 8К! Охереть, 8К, 120 FPS! Такого еще никогда не было! 120 кадров в секунду! Глаз видит только 5 кадров! Господи Иисусе! Да посмотрите, он паяет эту мать какую-то китайскую. Там даже вроде как есть 4 гигабайта оперативки. SSD теперь будет, и действительно будет быстро грузиться все. Господи, SSD в 2019-м. Блин, на 20 прикинь? Гигабайт, наверное, но не важно. А представь стоить, действительно 120 FPS и 8К. На консоли, да блин, я сразу... А прикинь, Sony потом выйдут и скажут, 144 FPS, и что делать? Пошла 240 борьба. На Nintendo раньше, Switch. Раньше консольщикам было не важно, блядь, сколько у них FPS, а теперь пошла война FPS, потому что всегда было важно. Невозможно, сука, играть в 30 FPS, блевать тянет. Я всегда об этом говорил. И теперь они, блин, понтуются, сколько у них FPS. Как раньше понтовали, сколько битов. Помнишь эту херню? 16 бит. Да. Ну, мужику приходится в два раза больше кадров тебе рисовать. Ну и здорово. Все равно на Xbox нет эксклюзивов. Они все равно все для компов все делают и сразу закидывают на Xbox. 8К, 120 FPS. Но я, если честно, я предпочел 4К и 200 FPS, как бы. 144. Почему не 144? Потому что опять будет только DVI выход. HDMI, DVI не будет. Потому что DVI только 120 передает. КЗ, не понимаю. Ну ладно. А как думаете? Я просто надеюсь, что игры будут реально выходить не 30 FPS, а 120. Говорят, потому что телевизор это не 140, то есть это не для мониторов. Но это такая инфейс-чат. Ну. Новый Xbox будет называться Project Scarlett.
и выйдет на праздниках в 2020 году. Угадывайте, на зимние праздники, ребят. Ну, я думаю... Это он ест монстров на завтрак. Но холидей это типа каникулы зимние, значит, с 25 декабря 2020 года, что ли? Слушайте, а как вы думаете, вот нам, обладатели персональных компьютеров, имеет смысл вообще покупать? Ну, я уже тебе объяснил, зачем нужно. Ну, новую консоль, типа, ну... Новый. Нам не нужно, у нас есть, ну, мы стримеры, мы богачи, мы можем купить себе комп с 2080 Ti, нахера тебе Xbox? Ты можешь играть там сколько угодно, у тебя будут свистеть от количества FPS, вентиляторы на твоей видеокарте, она сгорит, и ты будешь довольно потирать пузо, потому что ты КБ-боярин. А консольщик так и будет мучиться 120 и 8К, в то время как у тебя уже будет 20К и 600 FPS. Да ты просто уже голову можешь окунать в монитор будешь к тому моменту, когда они действительно увидят игру 120 FPS. Ну, мне остается надеяться, что Sony с их количеством эксклюзивов выпустит тоже 120 FPS. Вот это будет новая история. Xbox, здесь главное, конечно, чтобы эти эксклюзивы выходили потом 120 FPS. И поэтому да, они на E3 не приехали, да? Ну, не приехали, но они же не будут делать так, чтобы Xbox выпустила, а они такие, ну ладно, мы пока не будем выпускать. Ну что ж, следующее поколение консолей, хоть он постоянно затирает про клауд, это все же консоль, то есть это осязаемая коробка. Мы видели, как паяют материнку, как на процессор поставили систему охлады какую-то небздевую, SSD-шка будет, но тем не менее, конечно же... Короче, будут сейчас с клаудом работать, он сфейлится, и потом все равно будет сконцентрировано на консолях. Это будет как с VR и со всеми остальными офигительными идеями. Новая Halo. Не, ну вообще, кстати, вот тут же Halo, представляете, люди, которые любят поиграть в штаны с Xbox, им FPS-то нормально зайдет. Конечно, ну. Просто мы еще не видели консоль плоечную, как бы. Я думаю, что она такая же, ну, грубо говоря. Только там опять будут эксклюзивы, а в Halo, в этих фэпосах и в разрешении ты можешь и на компе поиграть. Вот в чем проблема. Для Xbox, опять-таки. Хоть они и говорят, что для них кроссплатформа супер важна, облако и все такое, но отсутствие эксклюзивов для консоли это всегда слишком, ну, жестко. Потому что сейчас у слишком многих людей есть компы. Зачем им слабый комп? Ну, более, ну, я не знаю, как бы. Я объясняю, для чего можно купить Xbox, тот же One X, который действительно сейчас самая мощная консоль. Это если у тебя нету денег. Но сейчас просто проблема в том, что за 30 тонн, которые стоит Xbox One X, уже можно компьютер собрать, который, ну, будет тянуть. Все то же в самое. В Америке же все-таки консоли гейминг более популярен. Ну, безусловно, там Xbox покупают, и консоли гейминг действительно популярен. Даже там уже, ну, так вот почитаешь комментарии на YouTube, на Reddit. Хотя понятно, что с консолей никто там не сидит, с консолей. Но люди все чаще уже ныли о том, что, ну, реально невозможно, когда сравниваешь игру на консоли и на компе, и на компе она в сотни раз лучше, и кадров больше. Не хочется на консоли возвращаться. Can you say see you? See you. Good then. Bye-bye. Ну, с Halo там есть какая-то проблема, то, что раньше классические части делали Bungie, потом права перешли к какому-то другому, ну, издатель остался, разработчика другого наняли, и последние части были какие-то люто фейловые, поэтому я даже не знаю. Надо у Ниндзя спросить, он же про игру фейла. Блин, Интерстеллар вспоминается. Момент причем. Более Батя, менее. Изнюхай тебя. Да. Тоже видишь дочку. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNSC. Начала звучать музыка. Блин, интересно, сколько вот людей в СНГ играет в Halo. Вот прям, мне прям очень интересно. Я всегда о ней слышал об этой серии. Судя по тому, как люди хотели, чтобы я заткнулся, все. Все играют в Halo, всем очень важно. Возможно, прямо сейчас. Да. Они, кстати, обещали, ну, типа, что все части выйдут на компе. Я уж не знаю, вышли они, нужны ли кому-то. Блин, мне кажется, эта серия живет именно на вот старых фанатах, которые живут до сих пор, они вот играют в каждую следующую часть.
Там же, киберспорт, там же и киберспорт какой-то был. Чувак, если бы тут трейлер героев показали, я бы точно попросился помолчать. Ты чувствуешь, что это игра с консоли нового поколения? Нет. Вот Киберпанк, когда трейлер показывали, я уж подумал, что прикинь 8К. Слушай, в Halo какой-то лор есть. Я всегда думал, что это что-то типа CSGO просто, то есть онлайн-шутан. Ну, в своем сеттинге и все. Не-не, ты какую-то фигню сейчас говоришь. Там, на самом деле, именно сюжетки и кинематографические вставки и все такое. Просто проблема в том, что, ну, сами Halo... Это у нас уже тогда были нормальные шутаны на ПЕК, а, например, до сих пор одной из величайших игр на консолях считается игра про Джеймса Бонда на Nintendo 64. Потому что это были первые попытки хоть какие-то шутеры сделать на геймпадах, на консолях. Поэтому для них это классика. Я видел эти Halo, они выглядят, ну, всрато по меркам. Игр, которые выходили на компах в те годы. Ну, я, значит, пропустил как-то. Да, вроде там очень крутые сюжеты, история и лор. Но это Bungie, это если что, те люди, которые раньше делали Halo, они сейчас делают Destiny, поэтому нет смысла сомневаться, что все было велико. Систему консольного Aim Assist с геймпадов тоже они внедрили, вот. Halo Infinite будет называться, на мою честь. Ну, люди вроде довольны, вон, хлопают. Ну, не особо орали, вспомни Киану Ривза, например. Я дома, сидя дома, орал, как ты сравнил. Ну, чувак, ты в ХПГ играешь 3 месяца, понятное дело, ты в шоке. Ну, я просто так уж иногда ору дома сижу. Не, я к тому, что, ну, типа, ты наверняка хотел бы какой-нибудь киберпанк сейчас поиграть. Да, вот эти чуваки 343 делают теперь эту игру. Я не знаю. К сожалению, не будучи фанатом серии, опять-таки... О, кстати, в Halo, похоже, тоже будет терминал. А, нет. Это просто уже такой завершающий... Как думаете, рестлеры это все еще рубятся? То есть, или их реально посадили, знаешь, типа, смотрите, они сидят и ушли. Я думаю, что там закрылась сцена, и они задохнулись там. Кстати, Sea of Thieves не показали ничего. То есть, вот мельком был трейлер, но, видимо, это было к тому, что он в геймпассе есть, и все. То есть в остальном. Ну, короче, для меня топ это киберпанк, понятно. И на втором месте Microsoft Flight Simulator. Все остальное, либо да, я уже видел, либо вообще ни о чем. Да, кстати, симулятор действительно выглядит так, что хочется полетать немного, почилить. А Майнкрафт вот это сделал? Ну, Майнкрафт Данженс я бы поиграл, наверное, потестил. Но там, если они сделали хорошую, хорошо наполнили ее контентом, то это очень много времени надо уделять. Но я думаю, что в это точно надо с Мэлом играть, потому что там наверняка куча отсылок, и он будет говорить, а вот тут там... Куча квадратных отсылок, по которым будешь ходить. Какая вообще может быть отсылка в Майнкрафте? Вот я, вот и узнаем. Да, ну спасибо за Киану Ривза. За Киану Ривза. Microsoft Age of Empires еще же HD. А у EA, кстати, 4 не показали. Вроде был на... И Fable не показали. Была инфа, что у EA 4 могут показать. Да, не показали. Жаль. Но, в принципе, Definition... Так, подожди. И новая готика не планируется, похоже. Может, на PC Gaming Show все эти игры покажут? Подожди, вот стоп. Геймплей Гира 5 сейчас на канале Миксера Gears of War. То есть там, видимо, рестлеры играют в Gears of War. Хм. Слушайте, а разве... А Age of Empires... Я только сейчас подумал, она разве уже давным-давно недоступна? Хм. Это первая часть же была вроде, а сейчас вторая будет. Да я что-то вот вспомнил. Ну ладно, я сейчас в Steam гляну.
Так, ну что, закончилась выставка Microsoft. Беседка в 3.30 будет. То есть через сколько часов времени? В 3.30 или в 3? Вроде же в 3, нет? Расписание у меня в группе, там написано 3.30. Возможно... Просто... Ты мне старое, видимо, расписание бросал там, сейчас скажу. Ну, сейчас а, нет, все 3.30, да-да-да-да-да-да, все, 3.30. Это я еду. Три часа у нас, ребята, до следующей выставки. Беседка, ребят, будут продавать вам разные игры. ТЭС, возможно. Тут Говард, надеюсь, в общем... обновление на Fallout 76 выйдет. Обновление, блин, а... Слушай, ну что-то связанное с Fallout'ом должно быть. Так они... Я именно этого и жду, чтобы вышел тот и что-то сказал про Fallout... Вот что он скажет про Fallout 76? Чувак, кстати, я купил Fallout 76, когда ты меня позвал. Я ни разу в него не зашел. Ты мне должен двушку. Это твоя вина. Это твоя вина. Меня поимели так же, как и тебя, только как бы... Чувак, меня поимели, я даже не успел... Блин. Нет, ты только заплатил за то, чтобы тебя поимели. И, ну, как бы, меня я заплатил, и меня еще и поимели, то есть понял, как бы не понял. Надо. Я заплатил и сбежал, короче. Да, ты отделался легким испугом, поэтому... А ты легким испугом, а? А? Во сколько продолжение? В 3.30, Лена. Ну все, давайте тогда до встречи, думаю, нет смысла, надо отдохнуть как следует. Bethesda все же должна нам рассказать, какие еще интересные вещи будут происходить в Апалаче. Так, ну да, да, видимо, будем отдыхать, но я-то только поспал, наверное, что-то пойду играть до 3.30. Сейчас вырежу давай, этот вот. Давай. Ну что ж, спасибо большое, ребят, за компанию. Увидимся в 3.30 тогда. Если что, залетайте да? раньше. Да, я встреч. Буду, наверное, сидеть тут. Дисачем. А что ты собираешься играть? Я не знаю, типа... Ну, просто время... час ночи. Что можно делать в час ночи? Что-то делать надо. Ну, 3 часа поиграть. Я вчера Warcraft кастомки играл. Может, я не знаю, может, опять. Блин, кастомки нормальная тема. Да, надо что-то придумывать. Да, ребят, для всех, кто смотрит, еще раз, заканчивается, по сути, трансляция сейчас, то есть мы посмотрели выставку Microsoft, ее, кстати, смотрел 200 тысяч плюс человек, судя по плееру, приходите в 3.30, кому интересно продолжение EA, ой, выставки E3, да, прошу прощения, вот, мы сейчас, возможно, офнем, возможно, херней какой-то пострадаем, сейчас будем думать. Просто я почему офать не хочу, потому что, ну, блин, реально, в час ночи делать нехер. То есть я сейчас вырублю, и что я буду делать 3 часа? 2.5 даже. Вот. Но вряд ли то, что я буду делать, понравится многим из вас, поэтому, ребята, все офайте стрим, уходите со стрима, приходите в 3.30, а мы сейчас будем херней страдать, скорее всего. А ты что факт будешь делать? Ну... Я бы тебе компанию составил, потому что я как бы... Я же мне жду. Компания? А что мы с тобой можем поиграть? В кастом ну, ты хочешь поиграть? Почему нет? А у тебя Battle.net есть? Да, Battle.net... по Battle.net ты хочешь или по Секапу? У тебя Секап только есть? Не, у меня и это... Специальная вроде должна быть. Ну глянь. Хотя стоп, я... Ну, типа, я покупал точно Warcraft в Battle.net. Ну ты глянь, потому что это многое решает. Папк с факером, ребят, вы рофлите, что ли? Вы хотите, чтобы я не дожил? А без факера, типа, это не рофл, да? Ну, без факера я еще мог бы понять просьбу, но с факером в чем смысл? Так, Warcraft 3, да. Да, ребят, для тех, кто вообще впервые на моем канале, я играю... На данный момент я прохожу Metal Gear Solid марафон, играю во всякие разные игры. Бывает не в разные, бывает в одно и то же. Но сейчас мы, скорее всего, пойдем играть в Warcraft. Потому что, в принципе, в час ночи на 2 часа чем-то себя занять, вряд ли мы придумаем лучше. Тем более вдвоем. Fallout 76 просто. Нет, нет, чуваки, я это говно даже не... Знаете, почему мне деньги, кстати, не вернули за него? Потому что я его скачал. Я его тогда поставил на скачку, я его скачал... И когда я написал, чтобы они вернули мне деньги, они сказали, что я его скачал, мы тебе не вернем деньги. Вы поняли? Классно, да? Так, а какой сейчас... какая сейчас версия 1.30? 1.31. 1.30.1?
Нет, 1.31. Ты если запустишь... ну, то есть запустишь Warcraft, нажмешь Battle.net, он у тебя обновится, по идее. А, да, вот идет обновление, перезапуск. Сейчас перезапущу. Так, давайте посмотрим, да, реально, Киберпанк предзакажем, может быть. Еще раз, ребят, по поводу Киберпанка, смотрите, история в чем. Если вы купите на Гоге, то, насколько я понял, разработчики Ведьмака, а также Киберпанка получат всю сумму, которую вы им отдадите. Если вы хотите и сделают Ведьмака 4. Если вы хотите их поддержать, то можете там купить. Я, конечно, буду покупать в Стиме, потому что я все-таки люблю ачивочки. И там на Гоге, да, они тоже есть. Но в конце концов, в Стиме у меня свой профиль, на котором витрина своя, все такое. Но я думаю, люди, которые занимаются профилем, понимают.